будущего, потому что Лала очень молодая гимнастка, и на нее тоже, конечно, делается Россия. Большая ставка. Наверное, уже в следующий олимпийский цикл. И вот как раз-таки Лала Крамаренко выводит ее Ирина Александровна Винорусманова. Лала в очень красивом купальнике с российским триколором. Давайте смотреть, как она сейчас будет выступать с булавами. А выступает она, между прочим, под композицию группы Bee Gees. Название композиции «Nights on the Disco Mountain». Давайте смотреть и давайте болеть за Лалу Крамаренко. Умничка Лала Крамаренко, она выступала сегодня первая, она открывает Крамаренко. Сегодня эту квалификацию, вообще этот день. Сразу поправлюсь, да, конечно, Арину Аверину она заменила, я в полном уверен, что я говорил про Арину, но, видимо, это уже моя участь путать девчонок, потому что на прошлой трансляции, в последний раз, когда мы вам показывали гимнастику, я вообще случайно Арину назвал Ириной. Ладно, да, конечно, Лала Крамаренко вместо Арины Аверину, у Арины небольшая травма ноги, все, с этим разобрались. Давайте теперь просто посмотрим за хайлайтами Лалы Крамаренко. Ну вот это, конечно, вот все хайлайты могут быть только хайлайты ее поворотов, ее оборотов, потому что это фантастика. И на самом деле за те годы, за которые мы показываем вам художественную гимнастику, мы вместе смотрим ее, я ни у какой, наверное, гимнастки не видел что-то подобного, вот похожей техники. И сами гимнастки, и гимнастки, которые уже закончили карьеру, гимнастки, которые выступают, они говорят о Лале, что, ну, она делает какие-то невероятные вещи. Невероятные. И это очень и очень здорово. Это видно абсолютно невооруженным взглядом.